Ну вот мы нашли, посмотрите, грибок. Но его называли молодильным, а его правильное название мы посмотрим. Видите, как он выглядит? Вот такой он. Похож на сморчок, да? На сморчок похож. Как бы. Вот такой он. Молодильный гриб. На строчок, на сморчок. Шляпка полностью похожа. Давайте приблизим. Как мед налитый. Черемша рядом. Ну, в принципе, следует посмотреть еще рядом. Может, еще такие же грибочки рядышком растут. Ну, вот так он выглядит.